Всем привет, с вами канал Автоток. В данном видео речь пойдет про штатную магнитолу на Mazda CX-7. Так она выглядит. Такую пластиковую рамку имеет корпус, специальные крепления, повторяет форму головного устройства. С установкой проблем не возникнет. Подключение pin-to-pin, специальные фишки, в конце я вам их покажу. Что касается дисплея, 9 дюймов, довольно хорошее качество картинки. Сенсорное управление, сенсор емкостный, современный. Имеются также кнопочки с сенсорами дополнительные слева. Тоже рабочие, вот, все работает. Что касается характеристик, здесь стоит 4-ядерный процессор Cortex A7, 1 гигабайт оперативной памяти, и все это на операционной системе Android 8.1. По приложениям здесь есть радио, встроенный радиотюнер, простой понятный интерфейс радио, очень легко разобраться. По навигации тоже она есть, Google карты уже установлены, но можете приложение поставить то, которое вам больше нравится. Android поддерживает очень много таких. Вот, что еще? Bluetooth, поддержка hands-free гарнитуры, свободные руки, смартфоны, различные другие устройства типа OBD-адаптеров. То, что Android поддерживает по Bluetooth, все будет работать и здесь. Аудио-видеоплеер, поддержка магнитолы есть большинство форматов медиафайлов, видео, аудиофайлы, то есть можно слушать музыку, смотреть видео с внутренней памяти, либо с внешних носителей, подключенных через USB кабель, который идет в комплекте. Что еще? Само собой, по RCA кабелям, которые идут в комплекте, тоже можно подключить различные камеры заднего, переднего обзора, бокового. В общем, можно подключать различные камеры заднего, переднего обзора, бокового. Ну, собственно, очень удобно при парковке. Да, и, в принципе, при езде позволяет сократить количество ненужных мертвых зон и контролировать ситуацию вокруг машины. Также стандартный набор приложений Android, это Play Market, Chrome браузер, Google карты. Вот. Также можно с Play Market еще накачать различные приложения, которые для пользы, либо для развлечения подойдут в машине. Такая вот магнитолка, кратенько вот рассказал, по характеристикам, по приложениям показал. И что касается гарантии 12 месяцев, вот, отправляем по всей России, товары довольно качественные. Оплата можно платежом также имеется. Ну и постгарантийное обслуживание, само собой, если какие-то проблемы, всегда можете поменять или вернуть деньги, и техническая поддержка. Также эта магнитола относится к серии Slim, то есть тонкая, вот такая вот. Если у вас там за панелей приборной, скажем так, мало места, это ваш выбор как раз. Вот фишки подключения идут в комплекте. USB кабели, 2 штуки. Бас. USA тюльпанчики, они подписаны, GPS модуль, все самое необходимое в магнитоле есть. Вот. В общем, ссылка будет под видео. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока-пока.